Кто записал это видео? Кто записал это видео? Кто записал это видео? Озан, что ты делаешь? Ты же выложил это видео. Не сечу, Гарчи, зачем мне выкладывать это видео? Ничего не знаю, но это видео бьет все рекорды. Озан, не пытайся зря стирать видео. Оно давно уже везде висит. Люди друг с другом поделились. Остым клянусь, я... Аслым. Вот и все. Аслым, подожди. Аслым, можешь остановиться? Руку мою пусти. Аслым, на 2 минуты остановись, пожалуйста. Сказал же, пусти меня. Аслым, прошу тебя. Сказал же я тебе не торопиться. Разве не так? Попросила подождать, чтобы люди успокоились. Но что ты сделал? Поделился со всем этим тупым видео. Аслым, клянусь, я не выкладываю это видео. Ты говорил, что у тебя есть какой-то план. Так это он и есть, да? Хотел что, продемонстрировать наш поцелуй? Нет. Я хотел с твоей мамой поговорить. Хотел сказать ей, насколько сильно я уважаю тебя. Это и был мой план. Может быть, тогда она... Я увидела твое уважение. Спасибо. Аслым, остановись, пожалуйста. Пусти меня, говорю же. И больше никогда не появляйся у меня на глазах. Понял меня? Никогда. Я найду того, кто сделал это. Вот увидишь. Знала бы я, что будет столько просмотров у моего видео, я бы туда рекламу добавила. Что только посмотри, все обсуждают Аслым и Озана. Мне кажется, главная тема разговора это... Пощечина Аслым, Козану. Сейчас в течение 2 минут все об этом будут говорить. Ой, Берчин, как-то жаль Озана. Из-за Аслым он тоже опозорился. Ничего, дорогуша, ничего. Мы делаем все, чтобы добиться победы. Надо сначала Аслым от него отдалить, потом я смогу его утешить. Ну знаешь, что я хочу сказать? Благодаря нашему видео у Аслым будет много подписчиков. Благодаря нам она стала известной. Но мы будем называть ее опозорившейся, а не популярной. Кто это сделал? Пусти меня послушают. Кто бы ни сделал это, я найду его. Найду его, он ответит за свои действия. Тот, кто загрузил это видео, не сможет от меня скрыться. Вы знаете, кто это сделал? Нет, Озан, выложен с твоего профиля, откуда нам знать? Берчин, очевидно же, кто-то зашел на мою страницу и загрузил. Вы знаете, кто или нет? Нет, дорогой, откуда нам знать? Я найду того, кто это сделал. Я покажу ему, каково это играть с честью молоденькой девушки. Пусть все это знают. Ага, молоденькая девушка, увидим ее честь.